Всем привет! Сегодня готовлю скумбрию в духовке, по этому рецепту получается очень вкусная, сочная и ароматная рыбка. Обсушиваем подготовленную тушку салфеткой. Хорошо сбрызгиваем соком лимона. Солим внутри и с обоих сторон. Добавляем приправы, имбирь молотый, 1 чайную ложку. Куркуму, тоже 1 чайную ложку, которая придаст рыбке золотистый красивый цвет. А также 1 чайную ложку прованских трав, которые придадут рыбке изумительный вкус и аромат. Все хорошо растираем с обоих сторон и внутри. Теперь нарезаем рыбу толщиной примерно 1 сантиметр. Выкладываем на противень в форме цветочка. Между кусочками рыбки вставляем кружочки помидора и лука, нарезанные толщиной около 5 мм. Помидоры и лук должны быть примерно одного размера и выше, чем кусочки рыбы. Тогда получается очень красивый цветок. Не забываем подсолить помидоры и лук. Смазываем все оливковым или растительным маслом и отправляем в духовку 200 градусов на 20 минут. Ну вот, наша рыбка готова. Выглядит она очень аппетитно и красиво, а на вкус просто пальчики оближешь. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения!